Прокуратура города Сургут вообще заявляет, что они не получали от меня через сайт данные, данные жалобы в порядке УПК 124. Вы правильно понимаете? Ну, тогда... что я получу, что я получаю. Мы ее получали с прокуратурой ОК. Я еще раз повторю, что мы могли говорить о том, чего нет. Ну а что из округа? Взяли бы, дождались, пока из генералов. Мне не нужно хитничать, я вам еще раз говорю. Я не хитничаю, по закону, две недели мы могли бы дождались, если генеральная прокуратура вам поступит. А зачем мы будем ждать, если к нам поступает жалоба? Мы ее разрешаем, рассматриваем. А зачем вы ожидаете, если прокуратура к вам, когда я вам напрямую направил через сайт? Так вы докажите, что вы отправили. Вы не предоставили ни одного доказательства. Так у вас сайт не выдает айтишники при отправке. Как я докажу? А я как докажу то, что вы говорите, что вы отправили? Замечательно. Вот и я также говорю, замечательно. Хорошо. У вас есть, нет доказательства, а вы говорите о том, чего у вас нет. Хорошо. И пытаетесь со своей головы больной на здоровую, да? Вот, вы сейчас что, меня оскорбляете? Вы назвали, что мне, сказали, что у меня больная голова? Вот это, я не назвала голова больная. Вы сказали, с больной головой. Правильно? Это такая поговорка русская. Ко мне не относится? Я еще раз говорю, это поговорка русская. Я еще раз повторяю вопрос. Ко мне это относится? Я не отвечаю на ваши вопросы сейчас. Я еще раз говорю вам, что поступило обращение, вы что от меня хотите? Я вам сказала, к нам это обращение поступило когда-то в прокуратуре округа. Я говорю вам о том, вы дайте доказательства того, что вы нам в прокуратуру города ее отправили. Вы говорите, у меня нет доказательств. А чего вы тогда от меня хотите, что я должна, почему, где я ее возьму, ваше обращение, вашу жалобу, поступившую до того, как она пришла с прокуратурой? Сегодня далее интервью дело, постановление об отказе от принятия жалобы, затем дошло с 2019 года, в принципе, города стало,